Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. 110 лет я знал тебя. В Гурьевском районе запущен серьезный исторический проект. Православный календарь «Святой Иоанн Кущник». Беседуем об образовании и воспитании с доктором психологических наук Марианной Ярославной Дворецкой. На прошедшей неделе в Гурьевском районе презентовали большой культурно-исторический и образовательный проект «110 лет я знал тебя». Инициативная группа, люди, которые по крупицам воссоздают историю православия на земле Кузнецкой, рассказали о предстоящем праздновании в 2017 году большого серьезного юбилея на территории Гурьевского района. 110 лет назад, в 1907 году, в Салаире осветили заново отстроенный каменный храм святых апостолов Петра и Павла, а также расположенный рядом с церковью монумент, посвященный царю Александру II. На встрече говорили об актуальности предстоящего юбилея. Собравшимся представили фильм, посвященный Петропавловскому храму, памятнику культуры Кузбасса, единственной городской достопримечательности Салаира, оставшейся со времен начала промышленного освоения земли Кузнецкой. Есть команда, причем команда, которая сегодня получила благословение нашего митрополита Аристарха, что они не просто так вот хотят подключиться к нашему юбилею совместному, но и внести свой вклад. Многие из наших гостей, все это гости уважаемые, прежде всего уважаемые не потому, что у них есть какие-то звания, это прежде всего люди, которые напитаны историей, которые знают очень хорошо свое дело. И, ну, скажем так, они готовы сегодня делиться той информацией, своими задумками для нашей территории. Вот это очень важно. То есть это люди непростые, и самое главное, они заряжены на то, чтобы довести вот это дело до логического конца. Вот это очень важно. Настоятель Петропавловского храма протоиерей Роман Цап обратился к руководству района с просьбой организовать встречу с общественностью, интеллигенцией, педагогическим сообществом для того, чтобы совместными усилиями провести памятные мероприятия, кульминацией которых могло бы стать восстановление памятника Александру II на его историческом месте. У нас имеется 14 храмов, которые сохранились с дореволюционного времени. Кузбассе. До революции на территории современной Кемеровской области было более 150 храмов, часовен, молитвенных домов. Вот сохранилось только 14. Из этих 14, 4 еще не восстановлены, в руинах стоят, и 10 восстановлены. Используются, как говорится, по своему прямому назначению, для чего они были нашими предками построены. Среди них вот и храм апостолов Петра и Павла в Салаире. История прихода святых Петра и Павла насчитывает уже больше двух веков. Все началось в далеком 1801-м, когда работники салаирских рудников добились строительства часовни. Потом был деревянный, впоследствии сгоревший храм. И только в начале 20 века храм нынешний. Обо всем этом на экскурсиях рассказывают сотрудники музея. Экскурсоводы детально показывают и рассказывают о духовных чаяниях и надеждах жителей Салаира в течение двух столетий, упорно отстраивавших свои сгоревшие храмы и разрушенный храм. То есть вот это упорство, оно было постоянно в жителях Салаира. Краеведы, представители Кемеровского епархиального управления, православной общественности восстанавливают не просто историческую, но саму генетическую память народа, прекрасно понимая, дерево без корней обречено на умирание. А потому задача инициаторов проекта – сделать все возможное, чтобы реанимированная история не осталась лишь на страницах редких документов и в головах круга лиц, причастных к проекту. Она должна стать достоянием, о котором знает, помнит, которым гордится каждый жители района, области и страны. И вот возникла идея, чтобы все это систематизировать и с помощью вашей, потому что вот в Горскино кто-то делал, в Салаире, в Гурьевске, но нету такого учебника, учебного пособия. И вот возникла и
мы задались этой целью. Но не чтобы кто-то со стороны, там, с Кемерово приехал и все это сделал, но чтобы и, как Сергей Аркадьевич сказал, и интеллигенция, и педагоги включились в эту работу и внесли в свою лепту. И этот труд будет очень ценен. Детишкам он будет очень полезен, потому что это наше будущее. Они потом будут приходить на наши места, они будут служить в этом же храме, будут служить, они будут занимать эти же руководящие посты. Но без истории, без прошлого невозможно построить будущее. Я думаю, напишем, составим вот учебник, учебное пособие, которое потом позволит уже профессионально педагогам эту историю преподавать, чтобы без всяких отрывков. 24 декабря 2014 года указом президента Российской Федерации утверждены основы государственной культурной политики. Данный документ определяет культуру во всем ее многообразии, в том числе в духовных направлениях, как значимый ресурс социально-экономического развития, позволяющий обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире. В данном контексте огромным потенциалом для реализации этих задач может стать комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея Петропавловского храма и озвученных ранее. Исходя из изложенного, можно с уверенностью сказать, что главным приоритетом для нас с вами должно стать подрастающее поколение, то есть будущее Салаира, будущее Гурьевского района и его надежды. Мы предлагаем разработать и реализовать программу дополнительного образования детей, посвященную изучению истории и культуры города Салаира. По примеру, уроков города, которые проходят в городе Кемерово уже не первый год. К слову сказать, работа по воплощению этой идеи в жизнь идет. Учебно-методическое пособие для учащихся 5-9 классов общеобразовательных средних школ Гурьевского района уже разрабатывается. История православия тесно переплетена с историей страны, ее печалями и радостями, судьбами каждой отдельно взятой семьи. Чего только стоит тот факт, что на эту встречу жители принесли собранные по крупицам документы о расстрелянном настоятеле Петропавловского храма или о человеке, который принимал активное участие в строительстве этой церкви. Внучка Павла Нечаева так рассказывает о своем дедушке, выросшем при монастыре на Соловках. Ну, еще хочу сказать, что он вот здесь вот сначала, он здесь в Гурьевске был. Он, вы, наверное, не каждый гурьевчанин знает, что за ДК металлургов он строили церковь под его руководством. Потом эту церковь разобрали, значит, вот это тоже вот многие же не знают об этом абсолютно. Но вот хочу сказать, что дед мой, он в Соловках воспитывался. Вы знаете, что этот монастырь Архангельской области. В общем, много рассказывать, я много не говорю. Такой интерес еще раз доказывает. Проект «110 лет я знал тебя», который теперь уже совместно воплощают инициативная группа и руководство района, пришелся ко времени, месту и затронул души. Собрание одобрило предложенную инициативу и создание координационной группы для поэтапной реализации исторически значимого проекта. «28 января по новому стилю христиане вспоминают преподобного Иоанна Кущника. Преподобный Иоанн Кущник, сын богатых и знатных родителей, живших в Константинополе в V веке, получил прекрасное воспитание. Он любил читать духовные книги и, поняв тщетность мирской жизни, предпочел паче пространного пути, тесный и болезненный, и зелу жестокий. Упросив родителей подарить ему Евангелие, он тайно удалился в Вифанию. В обители неуступающих он принял иноческий постриг. Молодой инок с усердием начал подвязаться в обители, удивляя братью своей непрестанной молитвой, безропотным послушанием, строгим воздержанием и терпением в трудах. Спустя 6 лет его постигло искушение. Мысли о родителях, об их любви и нежности, об их скорби начали неотступно преследовать юного подвижника. Святой Иоанн открыл игумену свое состояние, просил отпустить его из обители и умолял братью не забывать его в молитвах, надеясь, что их молитвами
он с помощью Божией и родителей увидит, и козни дьявола победит. Игумен дал ему свое благословение. Возвратившись в Константинополь, святой Иоанн в одежде нищего, никем не узнанный, поселился у ворот родительского дома. Родители посылали ему пищу своего стола Христа ради. 3 года притесняемый и оскорбляемый прожил он в куще, шалаше, терпя холод и зной, непрестанно беседуя с Господом и святыми ангелами. Всегда с ним было Евангелие, подаренное ему родителями. Непрестанно черпал он оттуда глаголы вечной жизни. Перед кончиной преподобного ему в видении явился Господь, открыв, что приходит конец его скорбям, и через 3 дня он будет взят в Царство Небесное. Лишь тогда святой показал родителям Евангелие, которое они ему подарили незадолго до того, как он покинул родной дом, и родители узнали своего сына. Со слезами радости они обняли его, одновременно скорбя, что так долго он терпел лишение около ворот родительского дома. Святой Иоанн завещал родителям похоронить его на месте, где стояла его куща, и положить в гроб в нищенском рубище, которое он носил при жизни. Скончался святой в середине 5 века. Ему было не более 25 лет. Над местом его погребения родители построили храм Божий и при нем странноприимный дом. В 12 веке глава святого была перенесена крестоносцами в Безансон, Франция. Мощи преподобного находятся в Риме. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях доктор психологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Санкт-Петербурга Марианна Ярославна Дворецкая. Поврежденность человека нижеестественная, как говорили святые отцы, она действительно сегодня начинает просто становиться каким-то бичом, когда невозможность идентифицировать себя по мужскому или по женскому типу приводит в конечном итоге к тому, что человек вообще теряется и не понимает, а кто я на самом деле, а зачем я здесь. И тогда получается, что все самые главные качества мужчины и женщины – женственность и целомудрие, мужественность, там, смелость, отвага – они становятся как бы таким рефреном. И чаще всего, не имея вот реального конкретного образа перед собой, человек не может его усваивать, потому что ему нужно видеть, как непосредственно, даже в бытовых условиях, решаются какие-то простейшие задачи. И тогда у нас с вами получается, что мальчик вырастает, как мы уже сейчас говорим, очень часто очень мало похожим на мальчика. А девочки вырастают все больше и больше похожими на мужчин, потому что они берут на себя чаще ответственность, они действительно более такие ответственные. Женщины вообще ответственны сами по себе. И получается, что у нас вот это ролевое смешение приводит к тому, что в семье женщина начинает говорить: ну а зачем мне семья, в которой я не вижу вот этой крепкой руки, этой поддержки? А зачем мне сегодня выстраивать какие-то полноценные отношения с мужчиной? В принципе, я могу, если я захочу иметь ребенка, и иметь и без мужчины. А получать себя еще одного ребенка в семье, с которым я должна буду дальше вот как-то выстраивать свою жизнь и тратить свои силы, я лучше потрачу их на то, чтобы овладеть карьерой, стать хорошим специалистом, уважаемым человеком. И вот женщины попадают в эту ловушку. А ведь мы с вами знаем, что семья строится на определенных принципах. Мужчина – глава семьи, а женщина – это его помощница. И тогда, если мы с вами нарушаем эту иерархию, и женщина берет бразды правления в свои руки, все, семья распадается, семьи нет. И тогда страдает в первую очередь кто? Ребенок. Ну вот смотрите, это, в общем, давно говорим об этом, да, смешении вот полуролевой, тоже идентификация нарушена. Что с этим делать? То есть это уже существует. Это как реальность, это факт. Такое вот воспитание уже сложилось, не одно поколение выросло таким, да? И понятно, что вернуться к домострою просто невозможно. Но это тоже признать надо, что мы все очень изменились. Что дальше-то делать? Вернуть традиции такие, какие они были, нереально. Значит, нужно как-то... Вы знаете, я думаю, что говорить о том, что что-либо вернуть нереально и что-то устарело, устареть ничего не может, потому что человек остается всегда человеком.
И говорить о том, что мы каким-то кардинальным образом с вами сегодня поменялись и стали вообще совершенно другими, это не очень верно. Мы стали другими, но мы стали другими, к сожалению, не для того, чтобы реализовывать смысложизненные цели, а мы стали другими для того, чтобы реализовывать свои собственные эгоцентрические цели. И этот эгоцентризм еще он у нас очень хорошо подпитывается самооправданием. Мы очень хорошо умеем себя оправдывать. Мы говорим, ах, какие мы вот сегодня совсем другие, да, действительно, там то, что в Евангелии написано и в Библии, но оно же было написано-то 5000 лет назад, мы такие современные сегодня, посмотрите, жизнь стала так стремительно, мы так торопимся в этой жизни, мы совершенно не укладываемся в рамки, но вы же понимаете, что она становится стремительной от того, что наш внутренний темпоритм сегодня такой. То есть мы с вами это время таким образом раскручиваем, и оно таким образом нас начинает с вами выстраивать в какие-то совершенно другие направления, которые совершенно далеки от того назначения, ради которого вообще человек появляется в этом мире. И тогда возникает вопрос, а может быть нам нужно просто постоять и подумать, ну где-то остановиться перед пропастью. Ну, вот смотрите, вы говорите, я про Евангелие, да, сразу вспомнили, что оно устарело. Нет, конечно, об этом речи-то и нет. Я скорее хочу сказать, что в социальном плане, в социальных отношениях что-то изменилось, конечно. Но вы бы не были сейчас профессором психологии, если бы жили по домострою. Были бы скромной, тихой бабушкой, сидели бы дома и занимались только внуками. Вы знаете, я вам так скажу, что, может быть, и для женщины это совершенно нормально быть бабушкой, сидеть дома и заниматься детьми. И я иногда и не прочь бы позаниматься своими собственными детьми. Наоборот, ловлю себя на мысли, что ну что ж, я все время бегу. Вот. Я считаю, что на самом деле нам нужно сегодня, переосмыслив вот свою жизнь, посмотрев на нее внимательно и самое главное, уснив, что проблема-то не внешняя, а внутренняя, сориентироваться все-таки на те нормативные образы, которые и позволяли нашим предкам быть сильными, разумными, крепкими, воспитывать достойных детей. И государство-то ведь наше было действительно уникальным всегда. А значит, у нас сегодня есть возможность оглянуться в историю. Не случайно, наверное, большинство конференций, которые проходят сегодня, они называются как «История современности», «История современности». Там любую тему берут, «История современности». А почему? Зачем нам история? Мы пытаемся в истории найти как раз вот те самые недостающие нам механизмы поведения, которые мы сегодня не можем уже увидеть, мы их утратили. Нормативная семья у нас с вами... Скорее, соединение. Реальности современной, да? С той и истории, того ценного, с традиции, что нужно... конечно, что мы могли бы оттуда взять. Сегодня вот посмотрим Петра и Февронию, да? Образцы какие? Казалось бы, жили как-то. Тогда ничего не было из того, что нас сегодня привлекает. Но мы видим совершенно уникальный образ женщины Февронии, да? А какой чудесный муж ее, Петр. И жизнь достойная, ну, действительно, вот... Во-первых, святая жизнь, а во-вторых, жизнь достойная того, чтобы она нашла свое продолжение в современности. Но, естественно, что по-другому там будут одеты люди, по-другому, может быть, какие-то, там, я не знаю, слова будут сказаны, но сущность-то не меняется. Любовь остается любовью, верность остается верностью. И как бы мы с вами, какими бы мы ни пытались внешними антуражами прикрыть эти понятия, если мы начинаем их уже смыслово подменять, то тогда, извините, можно говорить о верности и в то же время совершенно не осуждать себя за измену. То есть, вот понимаете, мне кажется, что мы сегодня утратили самое главное. У нас очень мало в нашей реальной жизни тех людей, за которыми нам хотелось бы пойти и действительно стать такими, как они. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!